Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO-проектах. В этом выпуске я хочу вас познакомить с одним из таких проектов. Это проект Symmetry. Проект, который действительно привлечет большое внимание общественности. Я уверен в этом проекте. Этот проект, эта платформа решает задачу энергоэффективности внутри помещений и вознаграждает за экономное потребление энергии криптовалютой. Все звучит достаточно банально и просто, тем не менее масштаб реализации этого проекта действительно впечатляет. Это готовый продукт, который находится в высокой степени готовности. Его разрабатывают большие специалисты, сильнейшая команда. Ссылки на ресурсы и информацию о каждом члене команды можно найти на сайте. Это специалисты с большим опытом работы в сфере зеленой энергетики и смежных областях. Также, естественно, разработки блокчейна, смарт-контрактов. Это все объединено, весь их опыт объединен в платформе, которая создала физический так называемый Symbox, который контролирует эффективность потребления энергии внутри помещения при помощи датчиков. Например, в вашей квартире он будет автоматизировать и эффективно использовать энергию там в пиковые часы потребления и снижать нагрузку на сеть во время потребления, когда сеть не задействована. Действительно, проект решает актуальный вопрос. Я просто уверен в успехе этого проекта. Уверенность моя основана прежде всего на актуальности вопроса, который решает проект Symmetry. И глядя на команду. С командой, пожалуйста, ознакомьтесь. Ссылки будут, есть вся информация на сайте. По мере того, как линии электропередачи и в целом устаревшая система инфраструктуры становятся неэффективными, Symmetry получает сигнал от местного поставщика коммунальных услуг, запрашивающих смарт-камеру для определения того, какое распределение нагрузки могут быть сведены к минимуму или отключены. Кроме того, если требуется, поставщик коммунальных услуг может компенсировать участие участника путем покупки электроэнергии от усилий по созданию энергии здания. Просто потрясающий проект. Я уверен, что он найдет свое применение изначально в каких-то малых городах, а также далее он в каких-то, допустим, частных строениях, а потом он перейдет на мегаполисы, тем самым сделав большой скачок в своем развитии. Искусственный интеллект действует как синхрофазер, измеряя поток электроэнергии через макро- и микрорешетки в реальном времени, позволяя пользователям активно управлять, избегать сбоев, обнаруживая неэффективность до сбоев, возникающих в результате предсказания электрической нагрузки. Подписи по сети взаимодействуют с Symmetry, которые затем модифицируют использование электроэнергии, ослабляют нагрузку на сеть и действуют как конденсатор. Symmetry управляет нагрузками, состоящими из любых нагревательных элементов, классифицированных как резистивные нагрузки. К ним относятся лампы накаливания, тостеры, печи, обогреватели и кофеварки. Все это также, кстати говоря, будет увеличивать безопасность внутри помещения. В системе подачи сети электричество, генерируемое на месте, будет поставляться в здание, и его приборы в первую очередь и только подавать электроэнергию в сеть, если есть избыточное электричество. Аналогично, если система не производит достаточного количества электроэнергии для питания всех устройств, любое избыточное электричество будет извлекаться из сети по мере необходимости. Кроме того, SIM-токен распространяются более обильно для участников, которые генерируют собственную энергию. Таким образом, будет на проекте реализована задача стимулирования зеленой
развития зеленой энергетики среди пользователей. И много-много вот других плюсов. На самом деле проект, который просто я уверен в его успехе. Кроме того, на сегодняшний день в партнерах у проекта большое количество компаний, которые, названия которых будут говорить сами за себя. Что также вот нам хотят рассказать разработчики, представляя свой продукт, свою компанию, да, свой стартап? Сбор данных от наших более 4000 клиентов был первостепенным в направлении перехода в искусственный интеллект как новый сервис Symmetry. При анализе данных поведения пользователя с другими точками данных, прогнозируемые энергиями, такими как время, погода, местоположение, поставщики и несколько других данных, начинают показывать нам лучше, как использовать для хранения и производства энергии. То есть при переходе на технологию искусственного интеллекта компания собрала информацию от более 4000 своих клиентов, проанализировала ее, проделала работу, и теперь, используя этот опыт, искусственный интеллект при помощи смарт-контрактов и блокчейна будет решать поставленные перед ним задачи. В общем-то, это действительно вот реализованный, совершенно не оторванный от реальных потребностей продукт, который наверняка будет востребован. Интеллектуальная смарт-бокс, оснащенная нашим искусственным интеллектом Сими, превращает Симбокс в синхронизатор, интеллектуальные счетчики и криптовалюты. Искусственный интеллект измеряет поток электроэнергии через сеть здания в реальном времени, что позволяет пользователям активно управлять, избегать сбоев и обнаруживать неэффективность. Датчики в сети взаимодействуют с сетью и измеряют потребление электроэнергии в пиковое время, тем самым ослабляя нагрузку на сеть, снижая цены и компенсируя нашим клиентам. Это действительно очень эффективный с точки зрения распределения энергии, безопасности, а также с экономической точки зрения продукт, который позволит эффективно, максимально эффективно использовать электроэнергию. Также платформа будет использовать интеллектуальные смарт-контракты, блокчейн и эфириум для повышения прозрачности и автоматизации искусственного интеллекта. Поскольку блокчейн используется для хранения информации об использовании пользователем потребленной электроэнергии на каждом устройстве, она также будет выполнять параметры и инициировать различные действия по игре, основанные на производительности, позволяя пользователям мгновенно получать приличный доход и обмениваться их криптовалютами, чтобы фиксировать валюту и мгновенно передавать ее на дебетовую карту. То есть экономить электроэнергию и эффективно при помощи Symbox ее используя, вы сможете зарабатывать из заработанного вами криптовалюта будет сразу же попадать на Symmetry дебетовую карту. Действительно интереснейший проект. Я говорил о партнерах. Список партнеров действительно впечатляет и говорит нам о том, что проект действительно будет реализован с большой-большой долей вероятностью очень успешно и эффективно. Также есть информация о дорожной карте, более подробно, значит, о этапах становления проекта стоит изучить в белой книге этого проекта, ссылка на нее будет в описании к видео. А также стоит познакомиться с командой. Послужной список действительно очень впечатляет и говорит о... И мы видим просто, что в компании собраны действительно люди с большим опытом успешной работы, фанаты своего дела, и этот проект наверняка ждет успех. Пожалуйста, обратите внимание на токен сейл проекта Symmetry и присоединяйтесь к нему. Спасибо за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, присоединяйтесь к проекту Symmetry, становитесь успешными вместе с ним. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока!